И сегодня мы окунемся снова в Слово Божие относительно семьи, относительно брака. И прошлые служения были посвящены добрачным отношениям. И закончилось это таким ток-шоу, когда обсуждалось, что возможно до брака, что невозможно до брака, как выстроить свои отношения тем людям, которые хотят вступить в брак, на что обратить внимание. И на самом деле это очень важные моменты, очень важные вещи. Ко мне в нашей церкви в Нижних Серегах недавно подошел брат один и говорит: вот я хочу жениться, нашел хорошую девушку, оба из татарской деревни, но они христиане. Он говорит: вот хочу жениться, хочу сделать все правильно. Я говорю: молодец, возьми все проповеди, которые были в школе семьи, и вместе со своей невестой, или по отдельности лучше, вы послушайте их, поучитесь, потому что на самом деле то, что говорилось о помолвке, о добрачных отношениях, о знакомствах, это все очень важно. И сегодня мы переходим уже в следующий раздел, мы будем говорить о браке. И у нас много служений будет посвящены отношениям в браке. Но, конечно, любой брак начинается с чего? Мы помолвку мы уже прошли, уже запятую поставили и перелистнули страницу. А дальше что? Свадьба. Я, знаете, имею... Моя самая главная профессия – это служитель, как я считаю, благодаря Господу. А другая профессия, которая мне позволяла денежки зарабатывать – это видеооператор. И мне приходилось очень много бывать на свадебных церемониях, потому что именно за съемку вот этого события люди готовы платить деньги. И мне получалось на этом зарабатывать. Я видел венчания самые разные и в православной церкви, и в католической, в разных деноминациях. И я вам скажу, что в целом основные части этого служения, они примерно одинаковые. Потому что в свадьбе, я сейчас не беру заключение брака в ЗАГСе, хотя об этом тоже упомянем сегодня. В свадьбе есть некие моменты, которые описаны в Священном Писании. И именно вот на этих моментах, которые имеют и символическое, и духовное значение, я бы хотел сегодня остановиться. Во-первых, нужно сказать, и ни для кого не секрет, то, что брак – один из самых важных моментов в жизни. Согласитесь с этим? Все меняется. Меняется социальный статус твой, меняются отношения с твоими близкими, с родными, с друзьями. Знаешь, если вступил в брак и ничего не поменялось, это очень странно. Потому что брак, на самом деле, свадьба меняет все. Меняет все. Впереди другая жизнь, и поэтому, конечно же, необходимо вот этот шаг к заключению брака делать с полным пониманием. К сожалению, статистика в нашей стране очень неутешительная. Я посмотрел, 2015-2016 год, остается большое количество разводов, более 60% браков распадаются. Более 60%. Но это одно из первых мест в мире по разводам. К сожалению, в нашей стране так. И у меня так было, например, несколько раз. То, что я отснял свадьбу, потратил силы. А раньше я делил оплату на две части. Первую часть в день свадьбы, а остальное по готовности фильма. И вот я стараюсь, вкладываю душу, делаю свадебный фильм, готов отдать диск. Мне говорят: не надо. Как не надо? А мы уже разошлись. Пока я сидел, монтировал эту свадьбу, они уже разошлись. Я можно сказать, как родственник уже для них. Я чаще их видел всех при монтаже, чем они там друг друга, может быть, видят, все родные. И тут они развелись. И для меня, знаете, это как вот какой-то как личный удар. Я говорю: хорошо, фильм сделан, денежки. Они говорят: нет, не дадим. Нам теперь не нужен этот фильм. Я говорю: это нечестно. Я так стерпел раз, я так стерпел два. А потом я сказал: знаете что, ребята, я больше вам не доверяю. Говорю: все денежки в день свадьбы. А там нужен вам фильм, не нужен, я его сделаю в лучшем виде, вам отдам, не вам, так вашим родным, пускай посмотрят, если, конечно, они не сильно на вас будут злые. Вот, и это меня даже коснулось, и я пострадал от этой
статистики неутешительные. Финансово пострадал. И в нашей стране, ну, как и во многих странах мира сейчас, ну, такое легкое отношение к браку. Люди думают, ну, поживем вместе, а там видно будет, как пойдет. То есть люди совершенно не задумываются, что брак — это может быть что-то более серьезное, чем просто попытаться вместе пожить. И, знаешь, когда я увидел, что Библия требует от брака, конечно же, я глубоко призадумался вообще, как созидать брак. И я очень много молился перед тем, как вступить в брак, много молился. И я уверен, что Бог мои молитвы услышал. Но я потом свое свидетельство еще расскажу. Я увидел в Писании то, что Бог очень серьезно относится к браку. И брак на самом деле может быть счастливым, если в основе его лежит Божье Слово. Потому что Божье Слово – это инструкция для счастливой жизни. Можете мне аминь на это сказать? И здесь Бог нас не пытается обременить какими-то тяжелыми запретами. Это нельзя, это некоторые так воспринимают Писание. Он нам все запрещает. Он не запрещает, он защищает, как отец защищает своих детей. Не суйте пальцы в розетку, да, не ходите без шапки. Ну что мы, как родители своим детям, да? А я свободный человек, а я пойду, так красивее. Нет, не пойдешь. Шапку и капюшон еще. А под него косыночку. Это бабушки так заботятся. То есть заботятся о том, чтобы ребенок был защищен. И Бог, он не пытается подавить нашу волю или еще что-то. Он пытается брак защитить. И поэтому в церкви свадьба, брак заключается на основании Священного Писания. Потому что мы желаем, как и Господь наш, чтобы наш брак и браки в нашей церкви были крепкими и были благословенными. Чтобы люди находили удовольствие в браке. И поэтому я сейчас начну рассказывать о брачной церемонии и по пути раскрывать ее духовный смысл. Итак, с чего у нас начинается брачная церемония? Как вы думаете? Ну, надо сначала всех собрать. Первое. Можно картинку уже показывать. Сбор родных. Родных. И друзей. А почему я это выделил? С давних времен родные и друзья выступают свидетелями бракосочетания. Они участвуют в этом действии, они поддерживают молодых, они радуются вместе с ними. И чем хорошо, что свадьба происходит в церкви, тем, что для многих родных и друзей, возможно, это один из немногих шансов услышать вообще Слово Божие. И я увидел, когда неверующие слушают или вынуждены слушать Слово Божие. Два вот есть таких момента. Один – это свадьба, а другой, как вы думаете, похороны. Я буквально недавно, на прошлой неделе, участвовал в похоронах. Бог дал мне слово. Оно прозвучало сильно, вот так, не хвастая скажу. Потому что я видел, как эти неверующие люди заплакали. Я сказал, подумайте, где находится ваша душа? Вот душа вот этой ревностной христианки на небесах. А что с твоей душой? И когда они видят человека, ушедшего уже туда, это заставляет их задуматься. И когда люди видят свадьбу, которая заключается на библейском основании и на Божьих обетованиях, это тоже заставляет их задуматься. А какой мой брак? А что в моей семье происходит? Потому что Библия – это слово, которое сильно может повлиять на человека. Писание может сильно повлиять на человека, в том числе изменить его мировоззрение. Ну, это вы знаете, каждый сам по себе. И вот это первое. Я не буду долго на нем останавливаться. Собрались родные друзья. Начинается сама церемония, ответственный такой момент. И что происходит? Второй слайд. Отец
ведет невесту к жениху. Так напишу: отец передает невесту жениху. Передает невесту. Это важный момент. Это не просто красивый такой, красивый момент такой свадьбы. Знаете, это очень трогательный момент на самом деле. Вы можете даже видеть по этой фотографии. Жених, иногда жених впервые видит невесту. И знаешь, когда это происходит на брачной церемонии, как я видел, у жениха обычно, а невеста приготовлена, украшена, принцесса. И вот она выходит, и жених вот такими глазами, знаешь, эмоции переполняет. И все это видят. Невеста тоже видит, что она нравится жениху, ей тоже это нравится. И, в общем, видите, улыбки на лицах. Красивый момент. Но этот момент имеет и символическое значение. Это очень важный момент. И давайте прочитаем, что об этом говорит Писание. Бытие, 2 глава. Это самое-самое начало, когда впервые был заключен брак на земле. Давайте, многие догадались, а кто не догадался, сейчас увидите. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». Но там в роли отца кто выступил? Господь. Написано: «привел ее к человеку». Как уж это выглядело, мне трудно понять, но привел каким-то образом, как отец. И посмотри, что дальше говорит. «И сказал человек: вот это кость от костей моих». Знаешь, как жених смотрит, такой: это моя. «И плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа своего». И дальше вывод: «потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И вот этот важный момент, когда жених и невеста оставляют своих родителей. И это очень важный момент на самом деле. Потому что иногда родители думают, что даже после того, как они выдали дочь замуж или женили своего сына, они имеют право воспитывать и управлять своим чадом. А тем более его женой там, или его мужем. И вот этот момент очень может быть критическим для семьи, потому что это уже, как раньше говорили, отдельная ячейка общества. А отделится, оставит человек мать и отца, чтобы жить уже самостоятельной, взрослой жизнью. И когда родители самыми благими намерениями начинают вмешиваться, контролировать, опекать чрезмерно своих чад, тогда могут возникать очень серьезные проблемы. Потому что молодым и так нужно друг с другом строить отношения, друг друга познавать. А здесь они как бы оказываются между двух огней. Там теща в одну сторону тянет, свекровь в другую сторону тянет. Я вам скажу, что по статистике 14% браков разваливаются из-за этого, из-за вмешательства родственников в семьи своих детей. И поэтому очень важно отпустить своих чад. Да, переживательно. Да, кажется, да как он там? Вдруг она ему не так сварит? Лучше я приеду, сварю. Как он там? Заболеет? И так далее, и так далее. Оставь, отпусти. Пускай живут. Помочь — помоги. Поддержать — поддержи. Помолиться — помолись. Но не участвуй в принятии решений. Совет можно дать хороший, но не контролировать его исполнение. Понимаете? Чем совет отличается от контроля? Совет дал, и ты можешь его выполнить, можешь не выполнить, на твое усмотрение. А контроль — совет дан, и что? Выполнен или нет? Это контроль. И вот как раз, если мы родители, у меня уже взрослые дети, и скоро им тоже, надеюсь, лет через 5, хочу, чтобы они со мной еще пожили, подросли, укрепились. Но я знаю, что когда они
создадут свою семью, я не буду к ним лезть. Не буду им мешать. Это я и по себе знаю, потому что мы, когда создали семью с моей женой, мы постарались сразу же уехать и жить отдельно. И поэтому этот момент очень важен. Отец отдает невесту жениху, отдает свою дочь, а жених оставляет отца и мать. И важно, чтобы не только родители оставили своих детей, но и чтобы дети оставили своих родителей. Потому что иногда поссорились, побежала к мамочке, или он побежал к мамочке, такое тоже бывает, за утешением и помощью. И это на самом деле очень вредит. Решайте свои проблемы внутри семьи. Внутри семьи. И перейдем к следующему слайду. Третье. Жених и невеста оказываются в центре брачной церемонии. Что это означает? Что все внимание приковано к ним. Дело в том, что вот это таинство брака, оно заключается между людьми, но имеет духовное благословение от Бога. И если вы вспомните, какое первое чудо сделал Иисус в Кане Галилейской? На свадьбе. Согласитесь, это тоже что-то значит. Не где-то там, не какое-то другое чудо. Иисус после крещения в Иордане пошел на свадьбу. Он участвовал в бракосочетании. И он благословил эту семью вот тем чудом, которое он совершил. Ну а больше того, конечно, скажу, благословил своим присутствием. И дело в том, что во время вот этого бракосочетания, когда молодые оказываются в центре внимания, здесь же есть и присутствие Господа. Его присутствие незримое, присутствие через Святого Духа. Он здесь для того, чтобы этот брак благословить. И поэтому четвертый пункт брачной церемонии – это прославление. Прославление. И мы приветствуем Бога. Мы собрались, вот когда бракосочетание происходит, мы собрались для того, чтобы перед Богом совершить таинство. И поэтому, конечно же, надо его призвать, надо его поприветствовать. Это священное действие. Мы ожидаем, что в этом бракосочетании будет участвовать Бог. И не просто символически, а реально. Потому что мы видим, он был в Кане Галилейской. Он был в первом этом бракосочетании Адама и Евы. И он на каждом бракосочетании участвует, благословляя этот брак. И вот мы призываем Бога, прославляем Его, входим в Его присутствие для того, чтобы Он совершал это действие. И за прославлением, пятое, следует слово. Как сегодня мы молились, когда говорили о том, что если слова мои в вас прибудут, то просите всего чего угодно. И поэтому, если мы хотим, чтобы брак был благословен, слова о браке, о бракосочетании, о Божьих порядках брака, они должны присутствовать, они должны жить в нашем сердце. И вот пастор или священнослужитель, который проводит эту церемонию, он говорит о браке с точки зрения Библии. Он говорит о том, что брак – это духовное единение двух людей, и это сочетание Богом. И вот в связи с этим давайте прочитаем Ефесянам 5 главу. Это одно из мест Писаний, которые читают во время брачной церемонии. Ефесянам 5 глава. Прочитаем с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Вы знаете, что в православной церкви, например, они тоже эти слова читают, а некоторые из них даже поют. И хотя они поют их на старославянском, я понимаю, потому что я читал это уже в русском переводе. И на самом деле это важные слова, те, которые выстраивают правильные отношения в семье, отношения, основанные на Божьем Слове. И здесь показана великая тайна, которую пишет апостол Павел, что брак двух людей, он похож на отношения Христа и Церкви. И эти отношения – это отношения завета. И более того, кровного завета. Иисус пролил свою кровь, отдав свою жизнь. Этим самым он выразил любовь к кому? К Церкви. Потому что благодаря его жертве появилась вот эта невеста, которая есть Церковь Христова. Благодаря его жертве это спасенные люди. И они связаны, вот мы связаны, как тело связано с головой. То есть мы неразрывно связаны через завет. И завет подразумевает отношение любви. И любовь понимается в Библии не как какое-то возвышенное чувство, которое воспели поэты, которое в фильмах показывают, не вот эти романтические отношения. Любовь, она глубже и сильнее, чем это. Это влюбленность и зачастую всплески гормонов, которые Бог специально в нас поместил, чтобы у нас был интерес к противоположному полу. Но помимо гормонов, Он нам еще голову дал на плечи и Духа дал своего, чтобы мы, вступая в брак, не только руководствовались какими-то порывами, но чтобы мы делали это осознанно. И Он показывает нам, что такое брак. Это любовь, которая глубже, глубже порывов. Это отношение Христа и Церкви. Любовь означает отдача. Отдача своей жизни. Что делает Иисус? Что сделал Он? Отдал Себя за нас. А дальше мы что пели сегодня в псалмах? Ты отдал Себя за нас. А что я могу сделать? Могу отдать Тебе самого себя. И верующий, он посвящает свою жизнь Господу в крещении. Он говорит, я умираю для себя, чтобы жить для Тебя. И отношения брака между двумя людьми точно такие же. Апостол Павел сравнивает отношения супругов и отношения Христа и Церкви. Он говорит, между супругами то же самое. Один должен отдавать себя другому. Это отношение завета. Завет – это договор, в котором ты говоришь, я больше себе не принадлежу, я отдаю свою жизнь тебе и готов принять твою. Иисус взял на себя нашу жизнь и дал нам свою. В браке происходит то же самое. Ты, если ты невеста, ты отдаешь свою жизнь мужу, ты уже не принадлежишь себе, а он свою жизнь отдает тебе. И именно в понимании завета показана глубина вот этих супружеских отношений. Дело в том, что в нашем обществе потребления люди стараются во всем выгоду найти. И даже в брачных отношениях зачастую люди думают, не что я могу отдать, а что я могу получить. Что я могу получить? Вот хорошая девочка, хорошая невеста, вот она будет любить меня, жалеть, ободрять, все там, пилить меня не станет, и мы будем любить друг друга. То есть, и ты думаешь, она мне даст вот эти вот переживания, чувства. А она другое думает. Я за ним буду, как за каменной спиной, он меня обеспечит, родим детей, будем их воспитывать. И, знаешь, зачастую люди не видят нужд и проблем друг друга, и такие браки, они часто сталкиваются с серьезными трудностями.
когда ты понимаешь, что человек не может дать тебе все, чего ты от него требуешь. А он понимает, что ты ему не можешь дать, что он от тебя ждет. И поэтому зачастую браки распадаются. Говорят, не сошлись характерами, ну, не вышло, пожили вместе, общего языка найти не можем. А потому что не искали, потому что искали того, что нужно тебе, а не того, что нужно другому. И вот этим отличается отношение завета от того брака, который сейчас зачастую в этом мире присутствует. Хотя я вам скажу, я видел много семей, в которых очень хорошее дружелюбное отношение друг с другом. Я не знаю, наверное, просто повезло как-то. Но видел много семей, в которых очень серьезные проблемы. И поэтому мы не должны смотреть, какая мне выгода от этого брака. Мы должны понимать, мы отдаем себя другому. И для этого необходимо зачастую даже поменять образ жизни. Я этого не понимал раньше. И когда я только поженился, первые месяцы, можно сказать, супружеской жизни, я вел себя так же, как и до брака. Захотелось мне к друзьям. Я говорю, я поехал к друзьям. Жена такая, подожди. А ты со мной не договорился? Я говорю, зачем договариваться-то? Я с друзьями договорился, все, пока. И я видел, что-то не ладится, потому что от меня чего-то ждут. Я должен поменять образ жизни. Потом я постепенно и понял, что мы уже не каждый сам по себе. Мы уже не можем не учитывать мнение другого человека. Надо договариваться, надо разговаривать, надо вместе решать многие эти вопросы. А поначалу, я сам по себе, я пошел. Но пришлось пройти через некоторые трудности, чтобы поменять мне свое мышление, поменять образ жизни, что я не принадлежу теперь себе. Вы понимаете, о чем я говорю? Я принадлежу другому. Я должен учитывать его желания, его мнение. И вот это место Писания, которое мы с вами также прочитали, показывает нам Божий порядок. Для многих современных людей это, бывает трудно понять, что жена должна быть послушна мужу. И знаете, некоторые мужья христианские, прочитав это местописание, применяют не то, что к ним написано, а то, что написано к супругу, к супруге. То есть он говорит, кто глава в семье? Христианке зачастую трудно с этим поспорить, потому что в Библии написано. Но она понимает, что какое-то насилие над ней совершается. Ее ни во что не ставят. Но ведь эти требования, есть требования, которые обращены к жене, но есть требования, которые обращены к мужу. А какие требования к мужу? Любить как самого себя. Как Христос любит церковь. Вот как Христос поступает в церкви, так и мужья должны поступать. Вы знаете, эти требования – это очень высокий стандарт. Согласитесь? Это очень высокий стандарт. Это для меня наподобие таких – любите ваших врагов. Я не говорю, что супруг – это враг. Я говорю, что всегда так поступать не получается. Это то, к чему мы должны с вами стремиться. И в чем мы можем с вами возрастать. Если Иисус сказал, любите своих врагов, это значит, что мы можем это сделать. Благодаря Духу Святому, который в нас живет. Если Он сказал, что ты можешь любить свою жену, значит, ты можешь это сделать. Если Господь сказал, ты можешь уважать, почитать и слушаться своего мужа, значит, ты это можешь сделать. И вы знаете, в Божьем порядке существует благословение. Об отношениях мужа и жены еще будет много потом сказано. Я просто вот эти вот постулаты, которые необходимы для создания брака, сейчас провозглашаю, чтобы было понятно, что это серьезный поступок. Это серьезный поступок, когда мы посвящаем себя другому человеку. Серьезный поступок. И, конечно, в этом порядке есть благословение. Если мужу глава Христос, как думаешь, будет ли жена довольна? Так, подумай. Если твой муж глава Христос, если он любит Бога, слушается Его, станет ли он жене что-то плохое делать? Нет. А если жене глава муж, будет ли муж доволен?
И он будет оберегать ее, защищать. Это тот порядок, к которому мы должны стремиться. Конечно же, все несовершенны, и есть проблемы и в христианских браках. Но в христианских браках есть Господь, который нас благословляет и помогает нам эти проблемы решать. Но порядок именно таков, о котором я сказал. Я не буду сейчас подробно на этом останавливаться, потому что у нас будут другие служения, где о роли жены, о роли мужа будет подробно говориться. А мы с вами говорим о брачной церемонии. И шестой пункт этой церемонии – свидетельство. Новобрачных, так можно писать. Как я уже говорил, собираются родственники. Они уже слышали пастора, то, что он им говорил о том, каким должен быть брак. Но также сильно для них будет услышать то слово о своей вере, которое скажет жених или невеста. Видите, тут такая радостная невеста. Я думаю, что она очень рада, что спас ее Иисус. И свидетельствует об этом. Я так рада, что спас меня Иисус. И родственникам они вынуждены слушать это. Почему она рада? Это ведь искренне она говорит, серьезно. Также жених, он делится о том, почему они здесь, почему сейчас происходит венчание, почему это происходит. И люди это слушают, это может повлиять на их жизнь. Может быть, они скажут, ну неплохо так, неплохо, искренне, сильно. И так, давай, приду в твою церковь. И, возможно, такие люди приходят, чтобы послушать, а что там пастор еще нам расскажет интересного из Библии? Интересно послушать. То есть это возможность засвидетельствовать своим родственникам. Ну и сказать, почему люди вступают в брак. Следующий пункт. Клятва верности. Как я уже говорил, вступление в брак – это заключение завета. Клятва верности или клятва завета – это клятва соответствует Священному Писанию. Давайте я хочу вместе с вами прочитать Бытие, 22 главу. Бытие, 22 главу. Здесь не о браке, но о завете. И поэтому мы с вами прочитаем и отнесем это к завету, потому что брак – это тоже завет. 22 глава, 16 стих. «И сказал Бог Аврааму, «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал это дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». То есть Авраам, он отдал Богу, можно сказать, свою жизнь, даже больше своей жизни, отдал своего единственного сына. «То я, он говорит, благословляю, благословлю тебя, и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». И вот Господь говорит, «Я благословляю, благословлю тебя». И Он говорит, «Клянусь мною, что я буду с тобою, с твоим народом и семенем твоим, которое есть Иисус, в котором благословятся все племена земли». Это клятва, которую Господь сдержал, отдав своего сына на смерть. И когда заключается брак, тоже дается клятва верности, клятва завета. Обычно такие слова во многих церквях, просто во многих, разных конфессий, такие слова произносятся. «Не оставлю, клянусь любить тебя в горе, радости, богатстве, бедности, болезни, здравии, пока смерть не разлучит нас». Это клятва быть верным. Несмотря на те события, которые могут в жизни произойти, хорошие или плохие, сохранять верность. Это те же слова, которые Иисус сказал своим ученикам. Сказал, вот я с вами во все дни до скончания века не оставлю вас и не покину вас. Я с вами во все дни до скончания века. Что значит? Если ты вдруг упал, оставит ли тебя Иисус? Нет. Если даже впал в грех какой-то человек. Знаешь, можно человека отлучить от церкви.
Но Писание говорит, никто не может отлучить нас от любви Божией. Никто. Человек может покаяться, вернуться, восстановиться, снова с полной силы начать служение. Может быть, что-то потеряет, но Бог никогда не оставляет. Не оставляет тебя. И точно такие же отношения в браке. Это обещание быть всегда с тобой. Быть всегда. И знаешь, я видел эти обещания, это очень трогательные моменты. И в этот момент я им верил. И я думаю, что эти ребята, которые клялись друг другу сохранять верность всю жизнь, они тоже верили в то, что они произносили. И поэтому сейчас, знаете, иногда вот эту клятву делают в виде открытки, чтобы, если какие-то проблемы начались, они могли открыть и сказать, а я же обещал. Или купить видеозапись этой брачной церемонии, посмотреть ее вновь, когда трудный момент, и сказать, а я же обещал. Это ведь клятва завета, клятва верности. А завет – это нерушимый союз. И вот еще один символ нерушимости союза – это обмен кольцами. Обмен кольцами. А кольца выступают в виде знака завета. Вы знаете, что когда древние иудеи заключали завет, и, кстати, не только иудеи, а вообще разные народы, люди между собой заключали завет, это обещание вечной дружбы и взаимопомощи. И когда они вступали в завет, они зачастую делали у себя где-то на запястье или на ладони шрам, специально втирали в него даже краску, чтобы этот шрам им напоминал о том, что они находятся в завете с человеком. И когда тому трудно, они приходят ему на помощь. И вот кольцо, оно также является символическим, но все-таки знаком завета в том, что я уже принадлежу другому человеку. Я уже принадлежу своей супруге, либо своему супругу. И это обещание, вот обмен кольцами, обещание вечной любви, потому что кольцо имеет форму круга и является как бы таким символом бесконечности. У обручального кольца нет начала, нет конца. Вот так же и в браке. Начало есть, но конца уже нет. Этот брак на всю жизнь, пока смерть не разлучит, как звучит клятва. Это знак завета и знак вечной любви. И следующее, мне приходится так, чтобы о важных вещах успеть сказать, некоторые быстро называть. Первая семейная вечер, на которой я бы хотел остановиться поподробнее. 9. Так, хлебопреломление назову. Семейное хлебопреломление. Семейное хлебопреломление. Дело в том, что брачный завет заключается не только по горизонтали между двумя людьми, как заключали раньше люди между собой. Этот завет, он заключается также и с Богом, и поэтому здесь существует именно хлебопреломление, первая брачная вечеря. Вообще, хочу напомнить, может быть, а вы участвовали в каких-то брачных церемониях, свадьбах наверняка, и я вот много видел, как где-нибудь уже в банкетном зале родители встречают жениха с невестой хлебом с солью и бокалами с вином. Замечали? Это древняя традиция. Древняя традиция символов завета. И иногда заставляют... Тамада уже не знает, что происходит. Почему это? Ну, так заведено. Кто больше откусит, тот и будет главой семьи. Знаешь? А потом, а кто больше откусит, тот самый голодный. И всякое обыгрывают шутки, прибаутки, веселье, смех. Вот. А на самом деле это... Древняя традиция, которая до сих пор архаично, можно сказать, в нашем секулярном обществе, отделенном от церкви, сохранилась. И там молодожены кормят друг друга этими кусками хлеба. На самом деле это означает, теперь ты во мне, а я в тебе, и мы одно целое, как куски вот от этого одного каравая. Потом они пьют это вино. Раньше это было красное вино, теперь шампанское. Они пьют это вино, говоря,
на самом деле вот этот ритуал говорит о том, что моя кровь, твоя кровь, мы одна плоть, мы единое целое. И вот это вечеря брачная до сих пор, даже на таких мирских свадьбах, до сих пор, можно сказать, осуществляется чисто символически. Но на богослужении, во время совершения вот этого ритуала, тоже это происходит. И давайте Матфея прочитаем 19 главу, Евангелие от Матфея, 19 глава, 3 стих. «Приступили к нему, к Иисусу, фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволить на человеку разводиться с женою своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивши вначале мужчину, женщину сотворил их? Иисус цитирует книгу «Бытие» и сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Самое это важное, то, что в этот момент Бог сочетает. Почему вся эта подготовка, вот это вот мы все написали? Потому что Бог сочетает. Он из двоих делает единую плоть. Не то, чтобы это, знаете, как сиамские близнецы теперь там, это один от другого отдельно мыслить не может. Нет, но какое-то происходит внутреннее, духовное, глубокое единение. Бог из двоих делает одно. Очень глубокие отношения. И это одна плоть, это кровный завет. Как вы знаете, раньше проливали кровь, когда заключали завет. И я уверен, что не случайно во время первой брачной ночи проливается кровь. Потому что это завет, когда люди начинают принадлежать один другому. И вот есть завет по горизонтали, они принадлежат один другому. И также во время брачной церемонии заключается завет по вертикали, завет с Богом. Теперь в этой семье Бог непосредственный участник этого союза. То есть Он участвует в твоем браке. Он хранит твой брак, благословляет и защищает твой брак. Он сочетает это. И Он, можно сказать, бдит над этим браком. Давайте Экклезиаст прочитаем, книгу Экклезиаст. Конечно же, пользу от этого знания могут извлечь только верующие, которые уповают на Бога, которые всей душой надеются на Него, и те проблемы, которые возникают, они решают вместе с Ним. Тогда это знание приносит им пользу. А как писал апостол Павел, для неверного все нечисто. Итак, 4 глава, 4 стих. Так. Не то место нашел. Сейчас найдем то. Вот, 12 стих, простите. «Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». И здесь вроде бы как о двоих говорится, а нить втрое скрученная. Потому что в браке участвуют три. Муж, жена и Господь. И если нитка втрое скрученная, она не скоро порвется. Один служитель как-то поделился, что он разговаривал с человеком, который делает канаты. Точнее, этот человек слушал его проповедь о браке. И он упомянул, это нить второй скрученной скоро порвется. Он подошел к нему и говорит, знаешь, я делаю канаты. И вот ты правильно сказал. Канат, который состоит из трех нитей, он не скоро порвется. Потому что лопается одна нить, вторая и третья может, знаешь, в последний момент удержать груз там или что-то. И вот именно благодаря вот этому тройному скручиванию канат становится очень прочным. И поэтому, когда, знаешь, рвутся уже отношения, когда, ну, проблемы приходят в семью, трудности приходят в семью, если скрепляет эту семью Господь, то брак может сохраниться и, более того, стать снова благословенным. И знаешь, я вот могу своим свидетельством поделиться, потому что лет 10 назад у меня был серьезный кризис в семейных отношениях. Кризис дошел до такой степени, что я уже решил для себя, что этот брак мне не сохранить. И желания у меня нет, и сил у меня нет. Отношения зашли просто в глубочайший тупик.
И я не видел из него выхода никакого. Просто в тот момент мне казалось, сохранить этот брак невозможно, нереально. И я за советом обращался к служителям, к разным. Я искал какое-то основание в Слове Божьем. И некоторые служители, не из нашей церкви, но авторитетные, не буду называть, говорили: ну раз у тебя такие проблемы, то что тебе остается делать? Давай разводись. Один так сказал, другой так сказал. Но я внутри себя понимал, что я же не могу себя обманывать. Я пастор, и я учил о браке. И для себя я в Писании не находил никакого основания для разрыва этих отношений. Желание внутри было очень сильное, потому что я подумал, тут уже ничего не склеить, ничего не спасти. Разочарование было полнейшим. И, конечно, я был отчасти виноват. И, ну, знаете, как в конфликтах и в семейных отношениях обе стороны принимают посильное участие, стараются со всех сил. И вот и я старался тоже со всех сил и уже сказал, все, я не буду дальше продолжать этих отношений. И но я, даже мне служители некоторые дали добро. И казалось бы, ну, некоторые, знаете, приходили ко мне и говорили, дай добро на развод. Я говорю, давай разберемся. Они не хотят разбираться, они хотят добро получить. Я говорю, а тебе от Бога хочется добро получить? Или ты от меня? Вот я разрешу тебе, что ты сделаешь? Получил от пастора добро и все, свободен. А я вроде получил добро, и я понимаю, не свободен. Слово Божие держит меня в своем плену. Я понимаю, я не могу поступить иначе. А тут, знаешь, как назло, как не приду на какую-нибудь проповедь, как специально мне, знаешь, вот такие всякие темы, что нельзя бросать человека в беде там, и так далее. И я слышу, Бог пытается мне что-то сказать. И благодаря тому, что я знал Слово Божие, что это завет, что нельзя разрушать, я стал взывать к Нему, молиться. Очень сильно пастор помог, и его жена Диана, спасибо им, не знаю, если вы смотрите. Потому что они одни из немногих сказали твердое «нет». На какое основание? И знаешь, эти слова отрезвили меня. И как ни странно, один неверующий родственник сказал мирскими словами, ну точно так же, сказал, ты не должен бросать, тебе надо пройти через это. И знаешь, я так благодарен Слову Божьему и тем друзьям, которые мне помогли. Потому что мы вместе прошли через этот кризис, который казался неразрешимым. Мы вышли из него другими, совсем другими. Стали гораздо сильнее. И сейчас я могу сказать, я люблю свою жену. И я счастлив, что этот брак не распался. Мы вместе служим, я верю, сильно служим в Нижних Серьгах. Приезжайте к нам в гости, сами увидите. Вот. И я подумал, ну, может быть, пускай эти трудности, которые я пережил, станут для кого-то примером и поддержкой. Пускай мне было трудно, тяжело, но я знаю, что многие семьи проходят через серьезные испытания, серьезные кризисы. И я верю, можно преодолеть. Если ты будешь стоять на Слове Божьем, знаешь, что я для себя? Был момент, когда я уже не мог идти, ходить в Слове, но я мог стоять. Я говорю, Господь, я ничего уже не могу, ты что-то делай. И начались изменения. Я начал меняться, она начала меняться. И это было настоящее чудо, потому что было восстановлено все. И забыты эти обиды, эти раны были исцелены. Мы восстановились полностью. Восстановились и поднялись на новый уровень. Невозможно невозможно быть победителем, не пройдя сражение. Но тут я знаю, что мы победители. Может быть, еще будут какие-то вызовы впереди. Но я верю в то, что Бог с нами. Бог в завете с нами. Он — это третья нить, которая удержала нас тогда от распада. И Он продолжает быть с нами. Он благословляет нас. Нить втрое скрученная, не скоро порвется. И я верю, что брак заключается на небесах. Я это увидел в своей жизни. Я увидел, как Бог, Он защищал меня от меня самого. Защищал брак от меня самого. И защитил. И это сильное переживание в моей жизни. Это сильное. И вот семейное хлебопреломление. Его можно потом
дома делать со своей женой, обновляя вот эти обещания завета, показывая то, что Бог с нами, и мы друг с другом, и мы остаемся навсегда. Поэтому можно это практиковать и дальше. И десятое, последнее, то, что на церемонии происходит, это молитва благословения. Молитва благословения. И, конечно же, когда вот церемония уже подошла к концу, нужно благословить эту новую семью, которую уже объявили мужем и женой. И теперь надо помолиться, чтобы Божья благодать, она была с ними во все дни. И обычно встают на колени молодожены в знак смирения перед Богом, потому что в семейной жизни очень важно научиться смиряться перед Богом. Смиряться и молиться перед Богом. Хочу Малахии с вами прочитать. Вы еще раз увидите, что Бог защищает брак вот в этом месте Писания. Малахия, 2 глава, 13 стих. Ну, тут как обличение такое идет. «Вот что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает больше на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». И вот Бог говорит, я был свидетелем вашего бракосочетания. Я защищаю этот брак. Когда муж, ты неправильно относишься к жене, когда жена неправильно относится к мужу, я защищаю этот брак. У меня, знаете, много случаев было такие. Слава Богу, таких, ну, ссор уже нет у нас. Но вот были они, я их помню. И когда была очередная ссора, я там, может быть, спылил и что-то наговорил, и мне надо готовиться к служению. Знаешь, как хорошо быть служителем? Бог тебя смиряет. Тебе некуда деваться. Тебе надо смириться, чтобы выйти и служить людям. Потому что если ты не смиришься, то ты будешь своими силами. А если ты настоящий служитель, ты не хочешь своими силами. Ты хочешь, чтобы Господь был. И вот я прихожу на молитву, хочу, чтобы Господь был на служении. Он говорит, иди, проси прощения. Я ему пытаюсь объяснить. Богу. Говорю, ну пойми, она же не права вот тут, вот так, вот так. Он мне говорит, а ты не прав вот тут, вот так, вот так. И знаешь, трудный бывает момент, особенно, наверное, для мужчины. И я осознаю, да, я не прав. Господь говорит, иди проси прощения. Хорошо. Прости меня, пожалуйста, больше так не буду. Не хватает искренности. Ну хорошо, признаю. Так поступил неправильно. И знаешь, и как будто ломается лед, рушится стена. И снова возникает нормальное отношение. Это Бог защищает мою семью. А потом жена со мной стала делиться тоже такими переживаниями. Она говорит, вот я на тебя что-то разозлилась, а Бог меня защищает. Он говорит, смотри, я люблю его. Знаешь, я так рад. Думаю, надо же, хоть Бог за меня вступился. Слава ему. И на самом деле я вижу, он защищает мою жену от меня, когда я поступаю неправедно. И меня может защитить. И это очень, очень важно. Почему нить втрое скручена, не скоро порвется? Бог здесь участвует. На благо, на добро всем нам. На добро нашего завета. Бог защищает. И поэтому молитва благословения. Мы молимся, чтобы Бог был в этом браке. Чтобы Бог был в этой семье. В заключение скажу, что брак – это тайна. Писание говорит, это тайна. Но Бог открывает, это я уж не буду цитировать, в Псалме 24 написано, что Бог тайну завета открывает любящим его. Вот то, что я вот вам сейчас рассказывал, для многих остается это тайной, покрытой просто каким-то мраком. Что люди соединились с собой, живут, так получилось, не получилось, там, живем или разбежались. А на самом деле это глубокая духовная тайна. Но когда верующий постигает Слово Божие,
ему эта тайна начинает открываться. Вы знаете, интересно, что когда я учил как-то в библейской школе о завете, ко мне потом подошла одна сестра, говорит: «Почему мы ничего об этом не знаем? Мы бы столько ошибок не сделали». Я говорю: «Ну, приходит время, когда мы это узнаем. Было время, когда мы это не знали». Другая сестра мне прослушала тоже про брачный завет и сказала: «И что мне теперь делать? Я все сделала не так». Писание очень ясно нам говорит: оставайтесь в том звании, в котором призваны. Не важно то, что было в прошлом. В прошлом мы много чего сделали неправильно и ошибок наделали. Некоторые уже нельзя исправить. Но Бог принял нас такими, какие мы есть. Сохранили мы брак, сумели или нет, Бог все равно продолжает нас любить и продолжает нас принимать. И помогает нам выстраивать новые отношения зачастую. Доверяйте Богу. Еще много будет сказано и о разводах, и о повторных браках. Я сейчас не буду в эту тему углубляться. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что было в прошлом, Бог тебя любит. Но мы должны знать Его высокие требования, Его высокие стандарты, чтобы по возможности самим строить свою семью, помочь нашим детям сделать это на правильном основании, или внукам. А тем молодым людям, которые, возможно, слушают эту проповедь, это учение, поможет с самого начала сделать все правильно и сохранить свою семью. И она будет благословена во имя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы с вами помолились сейчас за семьи нашей церкви, за крепкие, надежные браки, основанные на кровном завете. Всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты нам дал. Это Слово жизни, это Слово мудрости. Когда, Иисус, Ты сказал о таких требованиях к браку, некоторые возмутились и сказали: «Лучше не жениться». Но Ты сказал: «Не все вмещают это Слово, но кому дано». Да будет нам дано, Господь, вместить это Слово, принять его своим сердцем. Твой план брака для нас, Твой план семьи. Ты желаешь, чтобы семьи в церкви были сильными и благословенными Тобой. Ты желаешь сочетать людей, чтобы они хранили верность друг другу, и чтобы они становились сильными в Господе и сильными в своих супружеских отношениях. Чтобы они вместе с Тобой преодолевали те трудности, испытания, которые выпадают на их долю. Господь, мы знаем, что Ты благословляешь брак, но Ты также желаешь сохранить его до конца. И мы молимся сейчас за все семьи, которые существуют в нашей церкви. Помоги, Господь, помоги осознать то, к чему Ты призвал нас, к тем высоким отношениям, которые мы должны сохранять и утверждать, и укреплять. Дай это нам как откровение Твое, откровение о кровном завете, о клятве верности. Пускай это откровение будет в наших сердцах. О том, что мы не принадлежим уже сами себе, мы принадлежим своему супругу и служим ему. Муж служит жене, жена служит мужу. Пускай это приходит в наши сердца. Господь, мы молимся сейчас за те семьи, которые, возможно, испытывают трудности, трудности в отношениях, может, кто-то на грани развода. Господь, будь этой третьей нитью, которая сохранит этот брак, которая не позволит ему распасться, которая сохранит отношения. Пускай и муж, и жена приходят к покаянию перед Тобою. И мы верим, что может чудо совершиться. Придет прощение, уйдет горечь и обида, и настоящая любовь победит любые испытания, любые трудности. Пускай любовь, Господь, будет в основе наших семейных отношений, в каждой семье, в каждой семье. Дай нам ходить высокими путями, путями Твоего Слова, Господь.
Благослови наши семьи. Благослови во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.